Hello, my 206 friends. Сегодня мы поиграем, естественно, в замечательную игрушку, а как иначе, в другие мы не играем. Это хоррор-игра под названием Please Forgive Me, что означает «Пожалуйста, спаси меня». Это хоррор-игра, которая вроде бы по отзывам очень страшная, а хорроры у меня заходят, и мне потихоньку начинает нравиться в них играть, но не одному. Но в этот раз мы, к сожалению, одни. Настройки тут, в принципе, только графика, а звука нету. Поэтому будем справляться как-то более-менее тут сами. Нажимаем играть и посмотрим, что же все-таки. Кат-сцена начальная. Давай посмотрим. Игра, кстати, как я понял, от русских разработчиков или русскоговорящих, русскоязычных. Да, Сергей. Павел, привет. Понимаю, что твой отпуск уже начался, и ты прямо сейчас на пути к дому, но у меня будет к тебе одна маленькая просьба. А, только не начинай. Ёб твою мать, как Прошу, громко. прости меня. Ты лучший специалист по недвижимости в моей фирме, и мне больше не к кому обратиться. Клиент очень жирный, понимаешь? А делов всего на 30 минут. Плюс Чё она отличный обзывается-то комиссионный и сразу, блин? неплохой бонус к свадебному путешествию. Сколько? 20% от сделки. Нужно проверить квартиру перед сдачей, убедиться, что все в порядке, и оставить ключи под ковриком на входе. 30%. Ты меня без ножа режешь, алчная жопа. Ну, в таком случае проверяй квартиру сам. Нет, нет, стой. Ай, ну ладно, я согласен. Накину еще 10% за срочность. Тогда по рукам. Я локацию сейчас скину. Тебе позвонит клиент, и вы с ним обо всем договоритесь. Только не хами ему ради всего святого. За это накину еще 10%. Павел, я серьезно. Он... Заебал со своими правилами. Нормально движок звучит. Please forgive me. О май гад, что такое? Черный экран у меня, если что. Да, Алло. слушаю. Добрый вечер, Павел. Здрасте. Меня зовут Михаил. Я по поводу квартиры. Я в курсе. Надеюсь, вы успеете сделать все к утру. Моя мама очень устанет с дороги, ей нужно будет отдохнуть. Приведите все в порядок и подготовьте кровать. Подушки взбить или вы сами? Что ж, Сергей предупреждал о вашем характере. Уверен, он помогает вам в бизнесе. Не делайте ничего, что противоречит вашим убеждениям. Просто сдайте нам эту квартиру. Постойте, ваш голос, он кажется мне знакомым. Мы уже пересекались? Это вряд ли. Опа. Пусть так и остается впредь. Прощайте. И вам не хвора. Да, ночка обещает быть интересной. Это очень плохо. Так, а ходить я могу? Могу уходить. Ой-ой-ой. Так, я немножечко разобрался с настройками. Вроде бы все очень хорошо. Ваш почтовый индекс. Отлично. А мне куда? Так. Ну и кто там лапает мою машину? Давай разберемся, блядь. Кто это? Ёб твою мать, долбаная псина, напугала до усрачки. Ух, ебать. Ну, блядь. С машиной мы не проверим, что случилось. Пойдем дальше. Я думаю, пока что подниматься. Кто так хранит стекло? Это небезопасно. Конечно. Я думаю, подниматься мы не сможем. Ну, не то, что не сможем. Не будем пока что. Раз тут дверь открыта. Да блять. Ой, так громко, сука, и страшно. Почему скримеры на каждом ходу, блядь? Вот эта злополучная Я квартира. чуть потише Надеюсь, звук открыта. сделаю. Надо проверить. Чуть-чуть потише. Потому что я умру нахер просто. А, ну конечно. А ключ где? Еще и телефон разрядился. Вообще жопа. Кстати, мне очень нравится то, что тут есть своя озвучка. И еще на русском языке. Потому что так бы мне пришлось читать. А я не любитель вот этого всего.
Ебать-то в рот, как громко! Почему так громко? Я еще сделаю чуть-чуть потише, потому что это очень громко, очень громко. Таблетки, что это? Лоза, блядь. Да, тут тоже завалено все. Мухи летают, поэтому смысла здесь идти нету. Так, ну, в принципе, на втором этаже мы так и ничего не посмотрели, потому что мне ничего. И подвал тоже закрытый. Идти сюда я пока что не горю желанием. Давай осмотрим все здесь. Возможно, ключ под ковриком. Нет? Как мы должны попасть в квартиру, если нам даже не дали ключ? Я вот не могу понять этого. Эмаль. Свет моргает, блядь. Как в этом доме вообще можно купить что-то? Лифт. Лифт, может, нет. Я хочу... Интересно, в этом чертовом доме хоть что-то работает? Лифты не работают, а, видимо, зеркало, которое здесь стояло, оно разбилось. Да? Да. Угу. Если по нему ходить, это слышно. Возможно ли это то, что я буду от кого-то убегать? Я надеюсь, нет. Я правда надеюсь, что нет. Я очень не хочу. Ну, ёб твою мать. Что, серьезно? Лифт не работает. Как своевременно. Кто идет? Это что еще за херня? Кто-то побежал наверх? Ну а что странного, соседи? Если это, конечно, не заброшенный дом. Ну наверх, что, наверх никто не побежит, потому что тут закрыто. А... И куда все делись? Мне что, теперь пристально вглядываться в каждый лестничный проем? Давай не будем. Блять, зачем? Похоже, я в этом доме не один. Зачем такие страшные звуки? Я... Господи. Еще же и звуки не настраиваются. Хорошо, я в этом доме не один. Окей, это понятно. Там я пройти не могу. Лифт открылся. Зачем ты здесь? Очень интересно. А конкурсы с аниматорами будут? Блять. Блять. Все, выходить? Так, на какой мне надо? Давай на пятый. Я не знаю, типа, на какой мне просто надо. Мне ничего не говорили, вроде бы. Я не хочу. Не едет? Ой, блядь. Все, кнопки не тыкаются. И я не знаю, что мне делать. И тут свет мигает. Куда тыкать? Так, ну я на первом. Значит, мне надо на второй. На второй не надо, значит, мне надо на третий. И на третий не надо, значит, надо на четвертый. И на четвертый... А, стоять. Если вы застряли, не предпринимайте никаких попыток выбраться самостоятельно. Сохраняйте спокойствие и ждите помощи. Если вы застряли, не предпринимайте никаких попыток... Yes. Тут поднимается. Сука, я занимался карате 3 года. Эй, вы там застряли, что ли? Да. Ну, а на что это еще похоже? Скорее всего, застрял. Вы можете помочь? Да, наверное, предохранитель выбило. Я сейчас попробую все исправить. Спасибо. Благодарю. А это случайно не вы, как сумасшедший, бегали по этажам? Он уже ушел. Уже... Я только что пришел, так что это точно был не я. Вообще здесь давно уже никто не живет. Очень странно, что вы... Эй, все в порядке? Вы еще там? Ау!
Будем надеяться, что его не сожрал тот дикий пес на улице. Какой он оптимист. Мы можем поехать куда-нибудь, пожалуйста? Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Мы можем куда-нибудь поехать. Вау, это что, RTX? А, я тут же. Только тут появилась кровяка. Кровяка везде, ебать. Лампа упала. А типа, мой персонаж не хочет, да, вообще ничего сказать? Типа, как там уж... Ой, здрасте. Вы, наверное, хозяин этой квартиры. Ой, блядь. Ну как, кто играется, блядь, найду пизды дом. Дверь открой. И чего мне делать? Лифте вроде в тот же... Вы очень плохой человек и должны поплатиться за свои деяния. Вы очень плохой человек и должны поплатиться за свои деяния. Вы очень плохой человек и Вы очень плохой человек... Вы очень плохой человек. Выключи ёбаное радио, блядь. Ты очень страшный, ты очень громкий. Вы очень плохой человек и должны поплатиться за свои деяния. Вы очень плохой человек. Как страшно, блядь, это очень... Ёб твою мать. Да, окей, без проблем. Не заходи. Не заходи. Должны поплатиться за свои деяния. Вы очень плохой. Ох, человек. Ебать ты, привет. Да я не буду. Не заходи. Я не буду пить. И чего? И должны поплатиться за свои. Я не буду. Вы очень плохой человек и должны поплатиться за свои деяния. Вы очень плохой Всё? Человек. Я не иду. И должны поплатиться за свои деяния. Вы очень плохой человек. Вы очень да плохой ёп, человек мать. И должны. Смотри, он огромный, блядь, 2 метра ростом, блядь. Вы очень... О. Ебать. Здрасте. Ну сейчас будет скример, типа. Блять, монашка. Монашка, это же всегда страшно, да? То фильмы, что еще что-то. Не, ну это определенно сейчас будет скример, поэтому я просто сделаю вот так вот, пока что, да? И все, тут уже, типа. Что за хуйня здесь происходит? Я сваливаю отсюда. Ага, замок тут, ёпти, сваливает. Чё, ебанули совсем, блядь? Ну хорошо, давай, давай. За этой дверью мы обглодаем твое лицо. Спасибо большое. Я благодарен. Как съебаться, ребята? Они как, судя по всему. Судя по всему, они как. Я же просто... Блять, хотел дом посмотреть, продать, получить свои 30% договоренности. В лифт не могу зайти. Я охерею, если здесь еще лифт спустится. Ой, блять. Эта срака страшная вообще, просто.
Перелезть я тоже не могу. Я не могу прыгать. Я могу вроде... А, тут у нас записка есть. Записка. За этой дверью мы вырвем твои кишки. Еще записка. Тут кричит. Здесь мы будем плакать и звать свою мамочку. А, ты, не мы. Извиняюсь. Тут идет. Нет. Еще записка. Не заходи в ту квартиру. Да я не собирался, я не буду заходить. Или это типа намек, что мне надо зайти? Еще надпись. Записка. Здесь что вы будете мне рвать, вырывать? Ты здесь умрешь сегодня. Спасибо. На этом мы будем прощаться. Если вам зайдет это видео, вы покажете свою активность, то я, естественно, продолжу. Я надеюсь, здесь есть сохранение, а если нет сохранения, придется перепроходить и уже доходить до конца, если вам, конечно, понравится этот видеоролик. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кому это, конечно, интересно, кому это нужно. И до новых встреч. Увидимся на стриме или в видеоролике. Пока.